Астропрогноз на 28 декабря. Овен. Сегодня вы окажетесь в гуще событий, что не может не радовать. Расслабьтесь и получайте удовольствие от происходящего. Телец. Этот день как никогда удачен для решения проблем на личном фронте. Уделите максимум внимания своей второй половинке или ее поискам. Близнецы. Звезды предсказывают вам небывалый взлет в карьере и финансах. Любая поездка сегодня сложится удачно. Рак. Во всех делах вам помогут друзья и близкие. Слушайте их советы, и все получится. Лев. Пришло время решить все дела, которые давно не дают вам покоя. Тогда остаток года будет спокойным. Дева. Направьте свои силы на финансовую сферу. Лишние усилия сейчас обеспечат большой успех в будущем. Весы. Возможно, неожиданное предложение. Стоит ли его принимать, решать вам. Гороскоп советует хорошенько подумать. Скорпион. Звезды советуют вам переоценить свои жизненные приоритеты. Это поможет двигаться в верном направлении. Стрелец. Постарайтесь уделить как можно больше времени отдыху. Вам нужно беречь силы для новых свершений. Козерог. Этот день хорош для любых важных начинаний. Бытовые дела следует отложить на потом. Водолей. Сегодня вам понадобится чувство юмора и улыбка. Оптимизм поможет справиться с любыми трудностями. Рыбы. В работе и личных делах проявите внимательность, иначе есть риск допустить серьезную ошибку.